Всем привет, это я, Игорь Тыгл, и сегодня я вам покажу как раз, как там, допустим, убрать постройки, как поставить точку дома, как там убрать травку, вот эту травушку, муравушку. Вот, ну что ж, приступим. Стоим на блоках, чтобы убрать постройку, пишем чат на английском remove. Вы видите чат, то что пишу, да, remove. Вот, тут сразу включилось, вот. Ну, допустим, попробуем на этом столбике. Опа. Он появляется сразу у нас в инвентаре. Чтобы подключить его, он, в принципе, подключается автоматом через 30 секунд. Пишем опять же так же. Remove. И ставим его обратно. Так. А чтобы... Давайте пойдем на травку. Вот видите. Вот, травку, ну, допустим, вот. Пишем чат FPS. Видите, травка упалась. Давайте уж опять, ну я не знаю, опять и на это. Опа. Нет. Ну вот, это дело в том, что вот FPS выбирается травка. Делаем продукт, смотрите. Вот. Как поставить точку дома? Пишем. Set home. И там запросит какую-нибудь цифру. Ну, пишем либо 1, либо 2, либо 3. Вот. Ну, вы поняли. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Дизер Тыгл. Всем пока.